Всем привет. Говорили, мы уже это вот Анечка, Лёшенька, все с да. праздником всех. Всех с праздником, привет. Да. Там где-то Сорокины тусят возле ныряльщиков. Вот, я к тому, что говорили, вроде бы ж не будет купания в этом году. А? Можно заехать было. А, да, кстати, видишь. Ну, ладно, ничего, прогуляемся. Да, что вроде как я читала, что запретили из-за локдауна в этом году, но я так думаю, что, наверное, не купаться запретили, а именно вот эти палатки ставить, где чай. Да. Поняла? Бо людей много, я не думаю, что прям и спасатели. А скорой нету, обычно и скорые стоят на всякий случай. Интересно, много таких смельцов? Поверь. Да. Где Валентин Александрович наш? Ты видишь его, да? Да, наверное. Я одену. А, там какой-то процесс идет. Ага, все, стоят. С праздником! С праздником! О, у тебя брови, как у Деда Мороза, заморозились. А у него ты тоже. Ну, то есть, хотя перепечатаю. Ничего не видно. Только толпа людей. Сейчас можно пройти, она начнется раньше, чем хочешь. Спасатели, как положено. Ой! Нас брызгают! Да, я уже побыта вся. Мои красавцы. Юр, тебе попало? Валик вообще стоит, обтекает. Ого, Леха тоже хорошо. Ань, ты как, умыта? Пошлите, пока сосульки не образовали. Надо воду, сейчас же будет нырять. Подвинемся хоть на... Я тоже аплодирую стоя. Ой, слушай, а воду прям с Днепра, смотрю, набирают. Ой, боже, хай же ж не стоит, сразу купается. Она сейчас замерзнет. Надо быстро. А, да. Она закаленная, девка такая молодая, грубо играет. Ага. Ух, жара. Спасатели, главное, нас на этом, на старте. Ну, ой, пошла, пошла. Смелая самая. С головой. Она крестилась, крестилась, да, 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 конечно. Молодец, да. Ой, прямо да. Аплодирую стоя. Боже, вот это так серый купался лет 7 назад. Да, 7 лет назад ровно. Не, 8. Он говорят, хорошо. О, Фаберже, мои Фаберже. Фаберже, в смысле? Я только до меня дошло. Бомба. Оно, говорил Сережка, обжигает как огнем, когда выходишь. Ну, когда выходишь, да? Да, и вообще, говорит, не холодно потом. Я туда так далеко. Дебат.
Ага. О, ага. Вот туда можно. То все, выходите. Выходите. Ну, вообще, не, да, правильно. Можно и без, но правильно с головой. Ну, по сосудам дает. Идем еще в церковь, зайдем с ребятами. Поставим свечки. Ух, я так пробежалась от Днепра. Прям хорошо согрелась. Красиво в церкви. Людей немного. Прекрасно. Все, я уже поставила свечки, иду на улицу. Да, мы, я пошла греться. Я пошла греться к Сорокиным. Садись. Контент. Че будем ехать? Вода из-под полы. Ой, я забыла воду. Точно. Контент. Я купила тоже. Они набирают же. Я знаю, что набирали раньше. А вы молодцы. Вы по многу взяли. Молодцы. Ну, я на работе сейчас по это углы там все тоже. Попрыскаешь? Одну бутылку воды до дома. Ну, а мы сейчас выпьем быстро-быстро. Да и все на этом. Вынуть надо. Сегодня, говорят, из крана везде крещенная вода. Я дома. Замерзла уже, капец. Короче, ребята, взяла с собой бутылку 5-литровую. Думала, возле церкви наберу воды. А возле этой церкви, где мы были, нету воды. А обычно я ездила в другую, и там всегда воду можно было набрать уже, типа крещенную, с машин. Все такое. Боже, капли были, ледик. А, лед появился. Поэтому провозилась с бутылкой пустой, пустую привезла, но купила в церкви 2-литровую бутылку воды. Все равно, в общем, не без воды приехала. Уезжала, у Вики начинался экзамен. Сейчас спрошу, что там. Доча, ты где? Пока Вика занята, потом спросим, что у нее с экзаменом. Знаю, что тут Назар. Привет, сынок, что свет горит? Светло же. Лучик, ты тут как? Ох, у тебя тут и жарень. Я водичку привезла с церкви хрещенную. Зачем? Попить. А глазки красные. Ты выспался? Какой-то ты такой. Постельку убери, сынульчика. Все. И это, ты завтракал, ты мне скажи? А, да, не ел. Завтракал? Завтракал. Хорошо. К сожалению. Ну да, попей водички хоть чуть-чуть. Вот в бутылке. Видишь? А эту ставлю назад. Под стол. Там ей место. Давай из этой воды чай сделаю. Да ну. Что? Нет. Сделай хоть 3 глоточка. Только потихонечку, бы она холодная. Ну, все, ничего страшного. Молодец. Все, теперь кушай. О, это вкусная вода. Вике понравится. Дочь, водичка обалденная. Вкусненькая. Иди попей. Крещенная, что у тебя? Уже закончился? Да. И что? Сдала? Поздравляю. Иди ж, мамочка, Тёмочку тебе даст. Тёмочку, да. Выдаю Тёмочки. Моя умочка. Люблю тебя. Все. Все, закончилось. А, один зачет у тебя завис, ну да. Ну, хоть с экзаменами уже все. Ну, хух, поздравляю, наконец-то у тебя каникулы начнутся. Класс. Хочу, ребят, вам показать вот эта фотография, где Вика перед экземом еще, да? Это перед... летом, перед, это после перед дня рождения. Пирсингом. Перед пирсингом, после дня рождения. Ага, перед пирсингом. А, это ты это как раз пирсинг делал. В июне, в конце июня. Ну, да, шевелась Вики пирсинг. После а дня. Где вот та? А вот сейчас. Посмотрите, ребят, какие. И вот кто писал мне, что совсем Вика не похудела. Вы посмотрите. А это вчера она фоткалась, вот это. А это как раз у нее, когда экзема была. 22 сентября. Видно вон уже покраснение под глазами. И вот она села с того момента. Мы считали, в октябре она начала питаться. И вот за 3 месяца вот так вот она похудела. Очень видно. Треугольное лицо, как мы с Владой говорим. Теперь у тебя треугольное. Вот так вот, надо да, подбородочек больше, доча. Я не похудела. Ладно, нормально, встань. Да, ну, конечно, да.
Вика, блин, дурочка. Так, девчонки уходят. Сегодня дети остаются. Влада, ты у нас останешься? Хорошо. В общем, сегодня девчонки с Назаром сами на хозяйстве. А мы сейчас, Сережка... Штаны все висят, короче. Чувствую, будем мы к лету менять гардероб у Виктории. Вообще класс. Ой, а я сейчас собираю быстренько вещи. Сережка уже где-то мчится с работы, немножко отпросился. И мы уже выезжаем с Аней, с Лешей. Сейчас собираю продукты, которые я купила. Соберу грибочки еще. Ребята просили взять. Огурчики мои взять тоже. И... консервированные. Что еще? Шампанское, коньяк для мужиков. Ну, там мы еще купили, конечно, это то, что у нас было дома. Ну, мы покупали. Вот. И что еще? Колбаски на гриль. В общем, сало на картошку будут запекать. Я буду питаться очень чуть-чуть. И, конечно, я не буду есть там мясо уплетать. В общем, может, съем картошку запеченную без сала в фольге. Вот, ну и такое, капуста там будет у нас квашеная, грибочки, огурчики, такое поем, в принципе, до 8 часов есть. Ну и шампанского, конечно же, я сегодня выпью в честь праздника. Вот, а завтра немножко разгрузочный день себе сделаю, разгружусь. И, в принципе, я думаю, это шампанское не усвоится у меня настолько прямо. Все, собираюсь, Сережка где-то уже на подъезде, увидимся с вами уже у Сорокиных.